Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как в Genshin Impact выполнить событие «Большие дебаты о реакции Фаиз». Это событие будет в Сумеру, оно отмечено на карте, поэтому вы его легко найдете. Когда мы телепортируемся на нужное место, нам нужно поговорить с ученым из Амурты Джами. Он изобрел удивительное снадобье Фаиз. И, как всегда, он столкнулся с трудностями. Он смог их устранить, и нам нужно проверить, хорошо ли он это сделал. За это событие мы получим камни истока, материалы для возвышения талантов персонажей и другие награды. Первое испытание будет пробным. За него мы получим Мору и другие награды. Проходим второе испытание – эффективность ключевых ударов. Пробные персонажи у нас Аяка и Шэньхэ. Испытание заключается в том, что во время боя можно использовать снадобье Фаиз. Чтобы его активировать, нужно накопить энергию, которая восполняется за победу над противниками. Как только снадобье Фаиз станет доступно, используйте его для замедления времени и поиска уязвимостей врагов через видоискатель. Основная задача во время прохождения уровней – найти как можно больше уязвимостей. Благодаря этому удастся быстрее уничтожить монстров, повысить счет испытания и открыть награды, поэтому не затягивайте бой и используйте снадобье Фаиз при первой возможности. Таким образом, проходим испытание. За это испытание мы получим 60 камней истока, Мору и другие награды. Проходим третье испытание. Укомплектованный элементальный носитель. Пробные персонажи Альхайтам и Яймика. Побеждаем монстров. И вот испытание завершено. Получаем камни истока и другие награды. Проходим четвертое испытание. Индуцированные усилия при низких температурах. Пробные персонажи Ризли и Фурина. Вот так легко можно пройти эти испытания. Награду мы получим 60 камней истока, Мору и другие награды. На этом у меня все. Напишите в комментариях, какое прохождение или новости мне снять в следующем видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи!